Ну-ка, для чего вы здесь собрались? Чтобы узнать больше о движении, о правилах дорожного движения. Маленькие, но ответственные. Юные инспектора дорожного движения с детских садов и начальных школ всей Камчатки продемонстрировали знания ПДД в краевом флешмобе «Здравствуй, безопасное лето». Акцию «Флешмоб» в преддверии летних каникул уже 7-й год подряд проводит партийный проект «Единой России. Безопасные дороги». В этот раз 44 маленьких инспектора продемонстрировали знания правил дорожного движения. Это прекрасное мероприятие, которое проводится только у нас на Камчатке. Мы его придумали. Проект «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Также нам помогают госавтоинспекция, Министерство образования. Мероприятие, оно направлено на то, чтобы напомнить нашим школьникам, нашим родителям, что наступают каникулы, и наши дети будут находиться на улицах, играть, ездить на велосипедах, на самокатах. И, конечно, чтобы они были осторожны, внимательны и соблюдали правила дорожного движения. На празднике организовали парад юных инспекторов дорожного движения и их помощников. Прошли мастер-классы для школьников по изготовлению светоотражающих наклеек для одежды. Ребята также показали свои знания правил дорожного движения. На самокатах и велосипедах они прошли полосу препятствий от лаборатории безопасности. А пожарные расчеты МЧС России по Камчатскому краю и представители Красного Креста подготовили для ребят мастер-класс по оказанию первой помощи и тушению огня. До проведения очного этапа школьники и воспитанники детских садов прошли ряд испытаний и записали ролик о соблюдении правил дорожного движения. Призы для победителей и участников акции флешмоба предоставило Камчатское региональное отделение «Единой России». Школы-победители в качестве главного приза получили велосипеды, а детские сады – самокаты. Самой креативной команде вручили наборы для обучения детей правилам дорожного движения. С помощью этих призов ребята и в дальнейшем смогут проходить практические задания от лаборатории безопасности. Победители очень рады и довольны своими подарками и тем, что они победили в этом соревновании, в этом мероприятии. Акция «Здравствуй, безопасное лето» направлена на проведение профилактической работы с обучающимися и их родителями по воспитанию дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения, пропаганду среди детей и подростков правил дорожного движения, а также развитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.